Партия «Единая Россия» продолжает регистрацию участников предвыборной гонки на Ставрополье. В период с 15 февраля, когда стартовал прием документов, бумаги подали уже 7 человек. Первыми стали депутат Госдумы Ольга Тимофеева, краевой парламентарий Михаил Кузьмин и юрист Валерий Додух. На втором заседании регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования единороссы одобрили 4 заявки. Понимаю, что все то, что произошло до сегодняшнего дня, это один этап. Следующий этап, он, наверное, будет сложным, потому что я вижу, что зарегистрировались действительно серьезные тоже вот как бы кандидаты, мои оппоненты. Но и тем не менее, мой шаг осознанный, у меня есть определенный опыт, наверное, уже даже могу назвать, что он большой. Все кандидаты отмечают, что конкуренция серьезная. Одновременно с Ириной Веденевой документы на регистрацию подали зампред Ставропольской городской думы Виктор Надеин, действующий депутат Госдумы Ольга Казакова и единорос Дмитрий Шуваев. Все успешно прошли процедуру регистрации. Соблюдены основные все принципы именно предварительного голосования – это конкурентность и открытость. Осталось у нас подтвердить 22 мая легитимность. Сегодня основной принцип такой, как участие, открытость и возможность участия всех граждан России в предварительном голосовании – это как членов партии «Единая Россия», это сторонников партии беспартийных, они соблюдены. Кандидаты готовятся к дебатам. Первые темы уже известны – сельское хозяйство и развитие кавказских минеральных вод. Марк Итлинский, Кира Бариленко, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».